Всем привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня вам расскажу, как мы реанимировали этот телефон Meizu M3 Mini. Телефон Лены, моей жены. Значит, в этом телефоне стала быстро разряжаться батарея. И где-то на 50% в последнее время он стал полностью отключаться. Эта проблема была некоторое время, пока мы на AliExpress не заказали новую батарею. И сейчас уже Лена, моя жена, расскажет и покажет вам, как мы в домашних условиях заменили батарею на телефоне Meizu M3 Mini. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Как видите, телефон немного сдулся. Даже не немного, а значительно. Потому что, по всей видимости, сдулась батарея, и это повлекло искажение корпуса телефона. Ну и мы решили, как уже мой муж сказал, заменить батарею. Но чтобы заменить, вначале нужно телефон отключить. Вначале мы его отключаем полностью. После этого нужно вынуть лоток, где находятся сим-карты. Ну, сим-карты я уже первоначально вытащила. Теперь необходимо нам открыть заднюю крышку телефона. Я уже открутила болтики, которые держали эту крышечку. Чтобы ее открыть, необходимо приложить небольшие усилия. Некоторые открывают пластмассовым медиатором, другие специальными инструментами. Но так как мы это делаем в домашних условиях, то я это делаю вот так. Небольшие усилия, щелчок, и крышка телефона снимается. Батарея наша, как видите, надулась. Серьезно, то есть она уже не годится. Чтобы снять батарею, необходимо открутить вот эти вот болтики. Ну, вот отверточку специальную можно подобрать под размер этих болтиков. Чтобы они не потерялись, их можно положить в специальную коробочку. Мне мой муж немножко помогает. Снимем эту планочку. И теперь необходимо отключить шлейф. Он тоже легко отключается. Отключили батарею. Чтобы снять батарею, необходимо... Вот здесь вот на батарее есть такой вот язычок. Необходимо потянуть ее на себя. И она легко снимается. Она была приклеена на скотче. Она легко снимается. Чтобы поставить следующую, новую батарею, которую мы заказали на AliExpress, мы ее ставим на то же место и подключаем шлейф. Ну, щелчка не произошло, но шлейф подключился. Теперь нужно снова поставить планку, которая держит эту батарею. Вот мы прикрутили эту планочку на место. Все, держится крепко. Теперь ставим заднюю крышечку нашего телефона. Как обычно, она очень хорошо защелкивается. Ставим лоток для сим-карты. Тоже. И включаем телефон. Видим, телефон загружается, включается. Посмотрим
как работает наша новая батарея. Конечно, мы переживали, сможем ли мы в домашних условиях это сделать, но оказалось, что это совсем не трудно. Любая женщина сможет поменять батарею, такую, как у меня в моем телефоне, 89%. Как видите, батарея успешно была заменена, телефон, я думаю, надеюсь, будет работать. Как видите, даже в домашних условиях можно легко и без проблем заменить батарею. Поэтому, если у вас вздулась батарея, если разряжается быстро, можно самим поменять без проблем. Кому было полезно и интересно это видео, ставим лайки этому видео, подписываемся на наш канал «Товар из Китая». Впереди много интересных и полезных видео и обзоров. Пока!